Бойтесь Господа, святые Его, ибо не слышите боящихся Его. Скинный вес, хоть и терпит голода, ищущий Господа, не терпит нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить, любит ли долгодействие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста своих коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников и уши его вопли их. Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Взывают праведные, Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь с сокрушенным сердцем и смиренным духом спасет. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, и ненавидящий праведника погибнут. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на него не погибнет. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Премудрости, разума, и отверсти ум и уста, и просветите сердца их, к принятию наказания добрых учений Господу помолимся. Господи, помилуй. Прежде всадите в сердца их начало премудрости, страх свой божественный, и тем будет силость отгнать от сердец их, и просветите ум их, еже уклонитесь от зла и творите благое Господу, помолимся. Господи, помилуй. Если отверстие умею, если приятие разумеете и препятствуйте вся доброе и душе памятствуйте вся доброе и полезное учение Господу, помолимся. Господи, помилуй. Если понятием присидящим престолу Его премудрости всадите в сердца им, якогда научит их, что есть благоугодное пред ним Господу, помолимся. Господи, помилуй. Боже, приспите им премудрости и возрастом славу Божию Господу, помолимся. Господи, помилуй. Боже, приспите им премудрости и добродетельным житием и благостоянием православной вере, радостью и утешением родителям своим и церкви православное утверждение Господу помолимся. Господи, помилуй. Избавитесь им и нам от всяких скорби, гнева и нужды Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, спаси, помилуй, сохрани вас Божьим Твоей благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычество нашу Богородицу, Преснодеву Марию со всеми святыми помянувшие, сами себе друг друга и живот наш Христу Богу предадим. Я подобаю тебе всякое славы, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу ныне пресно во веки веков. Thank you.
Твоим именем глаз четвертый, Иисус, младенец Иисущих, совершил и си хвалу. Иисус, младенец Иисущих, совершил и си хвалу. Возрадуется сердце мое, спасение Твое. Иисус, младенец Иисущих, совершил и си хвалу. Иисус, младенец Иисущих, совершил и си хвалу. Мудрость. Христианам послание святого апостола Павла, чтение. Амин. Братья, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения в познании Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых. И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, и разуметь превосходящее разумение, любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотой Божию, а тому, кто действующую в нас силу может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь. Смерти штучным. И духой Твоему. Премудрость, прости, услышим святого Евангелия. Мир всем. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. И от Марка святого Евангелия чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Аминь. Во время воду приносили к Иисусу детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И обняв их, возложил руки на них и благословил их. На отроков всех, Никиту, Вениамина, Иеремию, Исаакия, Истефана, Иосифа, Лазаря, Елисавету, Василису, Анфису, Нику, и учащих их, Виктора, Елену, Людмилу, Ирину, и не спаслать их сердца, в ум и во уста их, духа премудрости, разума же, благочестия и страха своего, и просветите их светом своего, благоразумие и подайте им силу и крепость Твое же скоро приятие и спешно на выплате божественного закона Его наказания. И всему благому и полезному учению, еже преуспевайте им премудростью, разумом и всеми благими делами в славу Пресвятаго Его имени. И даровать им здравие долголетное их сотворите к созиданию и славе Церкви Своей. Рцем все, Господи, услыши и милостивно помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слышанный Божий Спаситель нас, упование всех, концем земли Иисущих, море далече, милости к милости, будь владыка грехов наших и помилуй нас. Милости мой человека, любит Бог, и веси тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресной, во веки веков. Господу помолимся. Господи, Боже и Создатель наш, образом своим почти нас в человеке, научивый избранное Твоя, яко дивитесь внемлющим учению Твоему, открывай премудрость младенцам, и же Соломона, и всех взыскающих премудрости Твоей научивый,
Отверзи сердца, умы и уста рабов твоих сих, Никиты, Вениамина, Иеремия, Исаакия, Стефана, Иосифа, Лазаря, Елизаветы, Василисы, Анфисы, Ники, Ники, Анастасии, Екатерины, Тихона, Вениамина, Александра, воеже приятие силу закона Твоего и со успехом познать и преподавая им полезное учение, славу Пресвятаго имени Твоего, в пользу и созидание святей Твоей Церкви, и разумейте благую и совершенную волю Твою. Избавь их от всякого налога вражия, соблюди их православной православие и вере и во всяком благочестии и чистоте во всей дни жизни их, да преуспеет в разуме и во исполнении заповедей Твоих, да такое благоуготовати прославит Пресвятое имя Твое, и будут наследницы Царствия Твоего, яко Ты еси Бог силен в милости и благ в крепости, и Тебе подобает всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Святая Богородица, спаси нас. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Всех святых, помилует и спасет нас, яко благ человека любит.